Сегодня мы с вами продолжим изучать доктрину о Христе. И есть несколько моментов, на которых я хотел бы, чтобы мы сосредоточили наше внимание. Сама тема о посредническом служении Иисуса Христа должна быть нам понятной, и мы сможем все это с вами изучить достаточно быстро. И затем я хотел бы, чтобы мы перешли к изучению другой доктрины, доктрины о человеке. Но прежде всего я хотел бы, чтобы мы начали с молитвы. Я хотел бы спросить вас, есть ли у вас какие-либо молитвенные нужды, которыми бы вы поделились с нами? Что ж, если нужд нет, значит, все у всех хорошо. Давайте помолимся. Наш любящий Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою заботу о каждом из нас. Господь, я молюсь за каждого, кто присутствует здесь в классе. Кто-то, быть может, еще опаздывает. Господь, я благодарю Тебя за Твое водительство и Твою защиту, за то, что Ты сохранил всех нас с прошлого занятия. И я благодарю Тебя за то, что у нас есть возможность вновь встретиться. Господь, когда мы будем размышлять о Христе, о Его двух природах, о единстве этих двух природ, Отец, мы признаем, что до конца мы не способны всего этого понять. Но все-таки, Господь, мы хотим понять как можно больше. Поэтому, Господь, я молю, чтобы Ты направил наше обсуждение сегодня. Помоги мне излагать свои мысли ясно и понятно. Я молюсь, Господь, чтобы у нас получилось хорошее обсуждение. Отец, я также молюсь о семьях каждого из присутствующих здесь в классе. Я молюсь о тех служениях, в которые каждый из нас вовлечен. И, Господь, Ты также знаешь все нужды, которые тяготят наши сердца. Я молюсь о Твоей заботе в жизни каждого из нас. И, Господь, мы также просим о Твоем благословении на наше изучение сегодня. И за все это мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Что ж, на прошлом нашем занятии мы с вами говорили о доктрине о Христе. И мы с вами закончили разбирать тему о человеческой природе Иисуса Христа. И теперь мы с вами переходим к ипостасному единству Иисуса Христа. Слово «ипостась» используется в различных значениях, как в философии, так и в богословии. И в нашем случае оно обозначает природу. Поэтому мы говорим о единстве божественной природы Иисуса Христа и Его человеческой природы. Эта тема обсуждалась, я думаю, привела к немалым спорам, к определенного рода разногласиям на одном из самых значимых соборов христианской церкви. И в результате работы этого собора, Халкидонского собора, в 451 году нашей эры была принята формулировка ипостасного единства Христа в символе веры. И эта формулировка отражает евангельское понимание природы Христа. Я поместил эту формулировку в ваших конспектах, а также вы можете увидеть ее здесь на слайде. И я думаю, для нас неплохо будет разобрать эту формулировку, потому что, в принципе, все в ней понятно, однако есть некоторые моменты, которые при чтении требуют дополнительного объяснения. Потому что в этой формулировке вы увидите слова, которые похожи друг на друга, и, казалось бы, они должны означать одно и то же, но если разобраться, то они означают разные понятия. Итак, давайте мы прочитаем эту формулировку. «Последуя святым отцам, мы согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве». И вот слово, которое здесь переведено как «совершенного»,
на первый взгляд, подразумевает нравственное совершенство. И, конечно, это верно. Но в случае божественной природы Иисуса Христа об этом даже и упоминать нет необходимости, потому что как кто-то может быть Богом и при этом не быть нравственно совершенным? Поэтому идея нравственного совершенства — это не основная идея, которая здесь подразумевается. Скорее, всякий раз, когда слово «совершенный» используется в этой формулировке, оно подразумевает понятие полноты. Те из вас, кто изучал греческий язык, знают о том, что есть слово, которое отражает понятие полноты, зрелости. Вот как раз о таком слове и идет речь, и оно также может переводиться как «совершенный». Поэтому значение этой фразы следующее. «Наш Господь Иисус Христос, Бог во всей полноте, и также Он и человек во всей полноте». Хотя, если мы говорим о человеческой природе, то здесь есть смысл говорить о нравственном совершенстве. Но я все-таки думаю, что вот в этом месте этого символа веры утверждается, что Иисус — стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Это означает, что все, что относится к Богу, применимо и к Иисусу Христу. И все, что относится к человеку, также применимо к Иисусу Христу. Он обладает человеческой природой со всеми составляющими, и все это также применимо и относится к Иисусу Христу. Что ж, идем дальше. Следующая фраза, если хотите, как бы подводит итог тому, что было сказано до этого. «Истина Бога и истина человека». И далее мы читаем «того же из души разумной и тела». Вы можете подумать, что здесь говорится о нематериальных составляющих, о способности размышлять. Но здесь идет речь не только о душе разумной, но и о теле. И если здесь подразумеваются только нематериальные составляющие, то все выглядит достаточно странно. Поэтому, как мне представляется, слово «разумный» в этой фразе — это синоним слова «реальный», «подлинный». То есть у Христа была подлинная душа и подлинное тело. И далее в следующих двух фразах содержатся слова, которые, опять же, могут навести вас на мысль о том, что на этом соборе была принята формулировка символа веры, в котором одно и то же повторяется несколько раз, быть может, с небольшими вариациями, но по сути подразумеваются одни и те же понятия. «Единосущного Отцу по Божеству и того же единосущного нам по человечеству». Вы здесь видите, что два раза используется слово «единосущный». И я думаю, понимаете, что должно быть отличие в значении этого слова в первом и во втором случае. Иначе у нас просто возникнут проблемы, либо в нашем понимании доктрины о Боге, либо в нашем понимании доктрины о человеке. Поэтому давайте внимательно посмотрим на то, о чем идет речь. Когда говорится о том, что Иисус единосущный Отцу по Божеству, то здесь не говорится о том, что Иисус обладает божественной сущностью, которая всего лишь похожа на божественную сущность Отца. Если бы это имели в виду отцы Церкви, то тогда точно так же можно было говорить о том, что и Дух Святой имеет ту же самую природу, на самом деле просто имеет похожую природу с природой Бога Отца. И тогда у нас получается три разных Бога, а не три единства. Поэтому в первом случае, когда говорится, что Христос единосущный Отцу по Божеству, то вот эта фраза должна означать следующее. Христос обладает точно такой же божественной природой,
как и Бог Отец. И для ясности можно было бы добавить, что вот в этой фразе подразумевается наличие одной, единственной божественной природы. И этой природой в равной степени обладают как и Бог Отец, так и Бог Сын. То есть, говоря о количестве, есть всего лишь одна божественная природа, которые обладают как Бог Отец, так и Бог Сын. И это можно было добавить к этой формулировке, хотя отцы церкви этого не сделали. Но именно это они имели в виду. Существует не две, не три божественных природы, а только одна. И три личности Троицы разделяют эту одну божественную природу. Что ж, теперь давайте перейдем к следующей фразе. И если понимать эту фразу точно таким же образом, как и предыдущую, то это означало бы, что, говоря о количестве, существует всего лишь одна человеческая природа. И каждый из нас разделяет ее. То есть у каждого из нас нет своей индивидуальной человеческой природы. Мы все разделяем одну природу и также и Христос. Что ж, если идти этим путем, то, очевидно, можно дойти и до абсурда. Мы знаем, что между теми, кто присутствует здесь в классе, есть много общего, но при этом можно смело утверждать о том, что человеческая природа каждого из нас, говоря количественным языком, отличается индивидуально, но не настолько отличается, чтобы можно было сказать, что, вот скажем, двое, трое или пятеро из нас — это люди, а остальные, скажем, животные или что-либо еще. Поэтому мы обладаем одной и той же человеческой природой, но не в количественном значении. Но человеческая природа, которой обладает каждый из нас, это однотипная, одна и та же человеческая природа. И именно это имели отцы церкви в Халкидоне, когда говорили о том, что Иисус единосущный нам по человечеству. Да, Он обладает своей собственной человеческой природой. У нас разные природы, говоря количественно. Но та человеческая природа, которой Он обладает, не отличается от той человеческой природы, которой обладает каждый из нас. И на предыдущей лекции мы с вами разбирали текст, записанный в послании к филиппийцам во второй главе. Это кеносис, текст. И мы говорили о том, что Иисус Христос обладает всеми составляющими человеческой природы, как материальной составляющей, так и нематериальной составляющей. Он принял на себя эту человеческую природу и стал человеком. Он добавил эту человеческую природу к божественной природе, которой обладал. Что ж, хорошо. Это, опять же, один из тех случаев, когда у вас две фразы практически одинаковых, но значения разные. Что ж, читаем далее. «Во всем подобного нам, кроме греха». И, конечно же, это указывает на отличие его человеческой природы от нашей. Дальнейшие фразы в этом символе веры указывают на другие качества Христа, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения, от Марии, Девы, Богородицы, по человечеству. Что ж, вы видите в этих фразах и в этих словах идею того, что Иисус рожден. Но опять же, значение слова «рожденный» в первом случае отличается от значения этого слова во втором случае.
Если вернуться к первой фразе, где используется это слово «рожденного прежде веков от Отца», здесь мы с вами говорим о понятии, о котором мы упоминали на предыдущих лекциях, когда говорили о доктрине вечного происхождения Сына. И я говорил о различных причинах, почему следует считать эту доктрину, в которую христиане верили на протяжении многих столетий, считать эту доктрину ошибочной, и что она не подтверждается в Писании. Но на тот момент отцы церкви не знали о открытиях в области лингвистики, о которых мы знаем сегодня. Поэтому они полагали, что должны каким-то образом объяснить вот эту идею, что Иисус Христос является единородным Сыном Божьим, как записано в тексте Писания. И при этом они также знали о том, что вполне уместно говорить об Иисусе и говорить о том, что Он был рожден от Девы Марии. И поэтому они добавили вот эти фразы, четыре фразы, в этот символ веры. И эти фразы фокусируют внимание на том факте, что Иисус был рожден. Хотя значения слов «рожденного» разные. В первом случае речь идет о божественности Христа, о вечном происхождении Христа от Отца. О рождении, о котором идет речь во второй части фразы, это физическое рождение от Девы Марии, о воплощении. Так что понятно, что рождение, в смысле его земного рождения, отличается от рождения от Отца, от того рождения, о котором говорится в первой фразе. И опять же, эта фраза требует от вас, чтобы вы верили в доктрину вечного происхождения Сына от Отца. Но если вы не считаете эту доктрину верной, то тогда и различать значение этих слов для вас нет необходимости. Но мы все-таки должны сказать о том, что то, как Иисус принял человеческую природу, в корне отличается от того, как Он принял божественную природу. Что ж, идем далее. В следующей фразе говорится, «Одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух естествах, неслитно». И здесь подразумевается вот что. Когда речь идет о человеческой природе Христа, то его человеческая природа не растворяется в его божественных атрибутах, в его божественной природе. Так что вы уже не можете определить, кто перед вами, Бог или просто человек. Неслитно и далее неизменно. Божественные атрибуты его божественной природы не изменились в человеческие атрибуты его человеческой природы, точно так же, как его человеческие природы не изменились и не стали божественными. И читаем далее, «нераздельно и неразлучно познаваемого». И вот эта фраза о том, что Иисус был явлен в двух природах, причем эти природы существуют в Нем нераздельно, означает, что между человеческой природой и Божьей природой не просто есть, какая-то дружба или знакомство. Эти две природы существуют в неразрывном единстве. И единство это настолько сильное, что разделить эти две природы нельзя. Нельзя отделить божественную природу от человеческой природы Иисуса Христа. И несмотря вот на эту близость божественной и человеческой природы Иисуса Христа, несмотря на то, что они существуют нераздельно, неразлучно, это все не ведет к тому, что человеческая природа сливается с божественной, что одна природа растворяется в другой. Очень скоро мы начнем с вами говорить о ранних ересях христианства. Какие-то ереси появились до Халкидонского собора, какие-то появились позже. Но, как вы понимаете, отцы церкви на Халкидонском соборе хотели очень ясно дать понять,
во что христиане на самом деле верят и должны верить. И они пытались сформулировать это таким образом, чтобы не дать возможности никаким еретическим учениям претендовать на ортодоксальность, чтобы никакие ереси о природах Христа не могли далее существовать. Итак, читаем далее. «Так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества, и они соединяются в одно лицо, и под лицом здесь понимается цельная личность во всей полноте». И чтобы не дать место разным ересям, о которых мы с вами будем вскоре говорить, отцы церкви добавили не на два лица рассекаемого или разделяемого. То есть речь не идет о ком-то, у кого разделенная личность, кто является шизофреником, но одного и того же Сына и Единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа. Все это верно о Нем. Итак, таков был символ веры, который был принят на Халкидонском соборе в 451 году нашей эры. И порой, когда вы слышите, как кто-то обсуждает христианское богословие, то вы можете услышать заявление о том, что христианское богословие слишком сильно оказалось под влиянием греческой философии, и что об этом влиянии можно судить по тем формулировкам, которые принимались на различных соборах. Что ж, было или не было влияния греческой философии на формирование христианских доктрин, это вопрос, конечно, интересный. Но я думаю, тот вопрос, который мы должны задать самим себе, заключается вот в чем. Вне зависимости от возможного влияния греческой философии, соответствует ли Писанию то, что было принято на Халкидонском соборе? И говоря честно, лично я не вижу здесь такого же большого влияния греческой философии. Возможно, решение других церковных соборов было в большей степени подвержено этому влиянию. Но вот те, кто говорят о том, что решение церковных соборов было подвержено влиянию греческой философии, вот эти люди делают допущение, что все в греческой философии было неправильно. Но ведь надо еще доказать, что все, что касается греческой философии, ошибочно. Но давайте не будем углубляться в греческую философию и в то, какое влияние она могла оказать на решение этого собора. Вот то, что решили отцы церкви на Халкидонском соборе о природах Иисуса Христа. И вот так они сформулировали то, во что мы должны верить относительно Иисуса Христа. И есть ли у вас какие-либо вопросы относительно того, что мы только что с вами обсудили? Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Что ж, если нет... Да, пожалуйста. Что касается слова «и того же», когда говорится, что Иисус вездесущий Богу в божестве, и также единосущий нам по человечеству, вот слово «также» не подразумевает идентичность единосущности? Да, быть может, это и возможно, но не в этой фразе, потому что в этой фразе это означало бы, что существует одна единственная человеческая природа, которую мы все разделяем, говоря количественно. Конечно, обсуждая это, мы должны понимать, что перед нами перевод, в частности, перевод на английский язык, перевод того, что изначально было написано по латыни. И сейчас у меня нет латинского текста. Ну, кто знает, может быть, и можно было так перевести эту фразу. Но опять же, судя по контексту,
можно сделать вывод о том, что это слово двусмысленно, но неоднозначно. И в нашем переводе вот слово «того же» также неоднозначно. Хороший вопрос, спасибо. Еще, да. У меня вопрос по поводу фразы «кроме греха». Подразумевает ли эта фраза идею о том, что Иисус не обладал способностью грешить, или просто то, что Он не совершил ни одного греха, когда был на земле? Понятно. Отцы церкви не углублялись в этот вопрос вот на этом церковном соборе. И вот в этом конкретном символе веры они это не уточняли. Но если вы посмотрите свои конспекты, то вы поймете, что скоро мы этот вопрос поднимем. Мы будем говорить о непогрешимости Христа. И вот если говорить о том, как считала церковь на протяжении истории, то церковь верила в то, что Иисус не мог согрешить. Это было невозможно для Него. И, конечно, здесь возникает вопрос, если Иисус не мог согрешить, то, получается, Он и не был искушаем. В чем тогда смысл искушений? И мы об этом обязательно поговорим. Но если говорить о символе веры, который был сформулирован на Халкидонском церковном соборе, то на нем просто было сказано, что человеческая природа Христа соответствует полностью нашей природе, кроме греха. И я думаю, здесь говорится следующее. Не просто подразумевается, что, по мнению отцов церкви, Иисус не совершил ни одного греха, но Он также и невиновен в первородном грехе. И если вы еще не совсем уверены в том, что же включает в себя понятие «первородный грех», не беспокойтесь, если Бог позволит, мы это с вами разберем. Довольно скоро мы будем с вами говорить о доктрине греха и затронем тему первородного греха. И вы тогда увидите, что для того, чтобы Христос не был виновен в наличии первородного греха, Бог должен был совершить чудо. Точно, что совершил Бог? Как Он это сделал? Что Иисус оказался незапятнанным первородным грехом, Его человеческая природа? Этого мы не знаем. Мы не знаем, как Бог это сделал. Мы лишь знаем о том, что не соверши Бог этого чуда, то Христос с момента своего зачатия уже был бы грешником, так как на нем бы был первородный грех. Но Евангелие свидетельствует о том, что Иисус не виновен ни в каком грехе, в том числе и в первородном, и ни в каком другом. Что ж, мы об этом поговорим более подробно. Да, пожалуйста. Можем ли мы использовать термин «Богородица», говоря о Марии, как о Матери Бога, Матери Христа? Уместен ли такой термин? Да, хороший вопрос. И через несколько минут вы увидите, что в ранней церкви был один человек, которого очень коробило от этого термина, потому что он представлял себе зачатие Христа таким образом, что Мария была матерью только человеческой природы Христа, но не матерью Его божественной природы. Он настолько хотел подчеркнуть это отличие, отличие между происхождением человеческой и божественной природы, что он даже пошел на то, что пожертвовал неким единством между этими двумя природами. Так обстояло дело. И как мне кажется, что вот эта фраза, вот этот термин «Богородица», можно говорить о том, что он уместен, что он приемлем, если так сказать. Но порой в него вносится смысл, который неприемлем. И когда мы посмотрим на то, как используется этот термин в римско-католической церкви, и какое место он занимает в католическом богословии, то вы понимаете, почему протестанты пытаются избегать этого термина. Конечно, мы не имеем в виду в каком-либо буквальном смысле, что Бог не существовал, пока Он не был рожден, и что Мария является матерью, в каком-либо биологическом смысле этого слова, является матерью всего Иисуса Христа, наподобие того, как у каждого из нас есть биологическая мать. Конечно, нет, это неверно. Но все-таки мы говорим, что Мария — это мать Иисуса,
Иисус обладал как физической, так и божественной природами. Он был и человеком, и Богом. Что ж, мы можем об этом говорить, если добавим такое объяснение, что Христос от Марии получил человеческую природу, не божественную, то тогда вполне приемлемо называть Марию Божьей Матерью, при этом объясняя, что технически она является матерью человеческой природы. Она не является матерью божественной природы Христа. Я думаю, учитывая все эти сложности, учитывая то, до какой крайности дошла Римско-католическая церковь в вопросе поклонения Марии, я думаю, в чем-то они перешли черту. То я думаю, понятно, почему мы, как протестанты, стараемся избегать этого термина. Что ж, хорошие вопросы. Еще есть вопросы? Что ж, тогда мы с вами будем идти дальше. Мы с вами будем продолжать говорить о двух природах Иисуса Христа. И вначале мы рассмотрим свидетельство о том, что Иисус Христос ведет себя как единая личность, как цельная личность. Иисус не предстает перед нами как шизофреник, и в своих конспектах вы можете найти несколько тому свидетельств. Во-первых, Христос говорит о себе как об одном человеке. Он отличает себя от других людей, отличает себя от Отца и отличает себя от Духа. Но при этом Христос никогда не противопоставляет свою божественную природу человеческой природе. Далее можно сказать о том, что Вечный Сын называется человеческими именами, и божественные имена относятся к человеку Иисусу Христу. И далее третий пункт. Различные деяния и атрибуты двух природ описаны как относящиеся к одной личности, без уточнения, о какой природе идет речь. Далее можно сказать об отношениях между двумя природами Иисуса Христа. И вот здесь вы видите два пункта. Во-первых, можно сказать о том, что природы не растворяются одна в другой. Они отличаются, но отличаются не до такой степени, что перед нами появляется шизофреник. Поэтому нужно добавить второй пункт. Когда мы читаем об Иисусе, мы видим единую личность. Он всегда изображен как тот, кто представляет собой цельную личность с двумя природами. Что ж, есть какие-либо конкретные вопросы вот именно по этому материалу, который мы только что с вами прошли? Что ж, если здесь все нам ясно, то давайте мы перейдем к рассмотрению следующей темы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.